Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. Сегодня ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Вне сомнений, встреча в Division Rivals не оставит вас равнодушными. Классная игра будет сегодня, Константин. Очень и очень нравится мне работать на этом стадионе. Думаю, не ошибусь, если скажу, что матч сегодня нас ждет, что надо. Болскоус отдает мяч точно сопернику. Штрафную подачу. Гол! Ну это просто круто, как он ножницами пробил. Мастер! Повторяют нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. И хочется отметить отличное завершение под жестким прессингом защиты. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Кэмбелл. Перекладина. Отличный перехват, пожалуй, его лучшее действие сегодня. Совсем немного им не хватило в прошлом моменте, чтобы увеличить свое лидерство. Мяч, к сожалению, попал в каркас ворот. Он смещается с фланга. Хороший пас на соперника. И бьет! Никаких проблем для вратаря. Анхель Ди Мария. Контролирует мяч команда. Соперник пока никак не может его перехватить. Мяч теперь будет у соперника. Очень.
вытащить эту игру, которая казалась проигранной. Сейчас они пойдут вперед. После этого гол счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Исмаэль Бен-Насер. Причем Петр Чех. Ди Мари. Очень опасная атака, но всего один перехват, и она закончена. Отличный пас, будет опасно. Хорошо было задумано, но исполнение подвело. Офсайд. К сожалению, для атаки пас был сделан слишком поздно и пошел уже в офсайд. В остальном они сделали все здорово. И удар! Какой мяч Алисон потащил! Хороший момент, хороший гол мог быть, но Алисон лучше всех сыграл сейчас. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Скоулс. Пол Скоулс. Бензема. Арбитр ставит на точку. Если сейчас забить, сопернику будет очень сложно отыграться. Гол! Отлично пробил. 3-1 счет. Результативный получается. Зинедин Зидан. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Бензема. Решфорд. Нет, таким ударом его не пробить. Исмаэль Бен-Насер. Анхель Ди Мария. Не торопясь, они разыгрывают мяч. Но что-то пошло не так, и владение они теряют. Карим Бензема. Идет с мячом к воротам. Хороший отбор, главное без фола. Очень красноречив счет на табло. Сейчас тотальное преимущество у одной из сторон. Они наиграли на 2 гола разницы в свою пользу. Это очень хороший результат к перерыву. Мне нравится, как они действуют в завершении, как создают моменты и насколько уверены в своих силах. Хорошая работа в передней линии по всей красе. Это был очень опасный удар. Как же сильно он пробил по мячу. Джей Акоч. Зинедин Зидан. Рэшфорд с мячом. Забивать надо и отыгрываться. И этот удар приходится точно в голкипера. Никола Барелла. И буквально подарил мяч сопернику. Добавлено к основному времени матча. Хорошо идет вперед, все ближе к воротам. Есть хороший момент. Алисон отбивает мяч. Не проходит удар. И все, больше в первом тайме не осталось времени. Перерыв.
вторая половина матча началась. С мячом. И пробил он по воротам. Блокирует удар, хорошо сыграно. Петр Чех. Хорошо прессингует, мяч снова у них. Алисон справляется с ударом. Анхель Ди Мария. Уже было недалеко, но мяч отобран. Забивай же! Очень надежно! Выбит мяч! Мяч ушел в бал. Соперника нет на фланге, можно идти вперед. Маркус Рэшфорд. Скул с мячом. Зинедин Зидан. Передача на Бензема. Команда хорошо играет в пас, но нужно забивать. И тогда дальше игра пойдет повеселее. Ворота мяч все-таки попадает. Счет 3-2. Смотрим дальше. Муса Дембеле. Есть куда пройти по флангу. Ди Мария. Бить можно и забивать. И еще один гол, они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. Два гола. Рэшфорд, подача. Включили прессинг на чужой половине и не зря. Исмаэль Беннасер. Анхель Ди Мария. Анхель Ди Мария. Сыграл, конечно, выше всяких похвал. Избавляться от мяча сейчас надо. Маркус Рэшфорд. Зидан. Скул с мячом. И все же мяч перехвачен. Опасный пас. Алисон тащит этот удар. Вот и замена. На поле появляется новый игрок. Коротким пасом решили угловой разыграть. Бензема здорово мяч отобрал. Роналдиньо. Двадцать минут осталось играть. Мяч переходит к сопернику. Совсем без мяча играют хозяева. Думаю, такой вариант вполне осознанное развитие событий. Вторым номером тоже можно сыграть удачно. Тут и возможности для контратаки, да и через позиционную оборону сопернику пройти куда сложнее. Но в данный момент они стараются развить свою атаку. Чистый отбор, обошлось без фола. Роналдиньо. Скоулс. Карим Бензема. Как отлично он мяч перехватил. Хозяева полностью переигрывают соперников и едва ли упустят победу в оставшееся время.
плюс 2 в концовке матча – это верный путь к победе. Но только если не позволит сопернику отыграть один гол в ближайшее время. В противном случае ждет очень нервное окончание матча, где цена ошибки будет слишком высока. Он подает в центр штрафной. Из очень непростой позиции наносил он удар головой. Защита не позволила сыграть, как хотел. Все как надо сделала обороняющаяся сторона. Так поворотом можно бить сколько угодно. Муса Дембеле. 9 минут играть в основном времени этого матча. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Муса Дембеле. Уверенная игра в отборе. Хорошее владение мячом он демонстрирует. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Свежего игрока на поле выпустил. Подали мяч с углового, а в центр штрафной. Почаще нужно играть в прессинге, сейчас это сработало. Супер момент на него! Не дали пробить, нужно выбивать мяч. Здорово перехватили мяч, хороший прессинг. Бесстрашный гигант Сол Кэмпбелл. Можно провести контратаку. Может он идти дальше. Алисон, как здорово. Вот и все. Финальный свисток фиксирует победу хозяев. Хорошая игра перед своими болельщиками. Думаю, ни у кого не должно возникнуть вопросов по этой...